В здании администрации Ленинского района собрались победители конкурса «Мой двор, моя забота». В этот раз лучшими в своем деле стали представители территориального общественного самоуправления «Волжанин». Председатель ТОСа Валентина Николаевна посвятила любимому делу 17 лет. Она уверена, что превратить город в цветущий сад можно только при тесном взаимодействии с жителями. Мы работаем с жителями по жалобам, по всяким, по праздникам, по мероприятиям, по всяким. Ну, даем жителям какой-то, вот знаете, ну, воздуха даем им, кислорода, чтобы вот у них душа раскрылась, и они нам помогали, и мы им помогали. В Ленинском районе работают 5 территориальных общественных самоуправлений. Они оказывают помощь в реализации национальных проектов, в том числе такого, как жилье и городская среда, который инициировал президент России Владимир Путин. Только благодаря вот этой совместной работе и возможно действительно превращение нашей территории, благоухающий сад, в зону комфортную для проживания. Поздравить активных и неравнодушных жителей Ленинского района пришли и представители депутатского корпуса. Люди это все делают самостоятельно, да, поэтому, конечно, эту работу вот сейчас начали. Мы посмотрели, что люди активно на это отзываются. И, конечно, ее надо будет продолжать и помогать уже. После концерта в актовом зале горожанам вручили подарочные сертификаты. Их можно потратить на приобретение инвентаря и рассады для озеленения дворов. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.